Здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Honda Accord 2006 года выпуска. Объем двигателя 2 литра, K20A, пробег 163 265. Крышка и маслозаливная горловина чистые, нагара и эмульсии нет. Первый цилиндр. Четырнадцать килограмм. Второй цилиндр. 13,5 килограмм. Третий цилиндр. 14 килограмм. Четвертый цилиндр. 14 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.